Ох, воткнули меня тут первым. Да. За кого я сначала? Ну, раз первый, значит... Давай вот так вот. Недостаточно минералов. Не-е-е. Недостаточно минералов. Не-не-не. Ложись! Да ладно, пока хватит. Во-первых, надо переставить, потому что не с той стороны их поставил. Ладно. Так, экстрактор хватает. Давай сразу пиндюрим. Угу. Так, мне нужны ЕМП-шники, хотя против этих симулятора. Ну да. Ха. Я продержался как смог долго. Ну прекрасно. Второй, что мы там делаем? Давайте прокачаем грейд. Логично. Логично. Ладно. Тогда что? Нуп, нуп. Да, я нуп, я нуп, я полнейший нуп. Я проиграл, конечно, двум волнам. Какой я плохой. Ой, господи, помилуй. Так. Давай пока тогда их сюда. И сюда еще одного. Так, мне побольше бы мародеров тут воткнуть. А, опять я, что ли? Да-да-да, я ну. Он там клацает. О! Трус. С самого начала покинул, подставил. Ну вот я, друзья, нуб, и вот покидает он матч. Вот, не понравилось человеку, я должен играть по его правилам. Только по его. Но я попытаюсь посражаться, честно, если... Но здесь все будет печально. Потому что против протосов мне нужны огнеметы. По сути. Недостаточно минералов. Пошло, поехало. Ой, господи. Так. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Никакой тут у вас ни профессионализм, ни там виртуозный анонизм, друзья, не спасет против этого. Недостаточно минералов. Это мой опыт уже. Здесь можно сразу, по сути, выходить. Ладно, я вам покажу. Попытаюсь тут посопротивляться. Даже давай алгредик прокачаем. Хватит бабла, хватит. Сопротивляться-то я смогу, что толку-то от этого. Тут два протоса, у меня гранаты кончились. Надо больше мародеров тупить. Так, тогда... Блин, ну этими, конечно, адептами он меня задолбит. Разнесем их. Время действовать. Надоест он мне в корень. Ты-то так чё решил строить? О, господи. Раз. Пошло, поехало. Так, надо еще 4 автоматчика, как минимум. Так, давай-ка вот так поставим. И все. И мне нужно ставить экстрактор, иначе я без бабла останусь. Ну, вот этой вот хренью, конечно, он здесь сосет просто. Мне надо 3 волны отбивать. Ну, какая милота. Конечно, молодец, что танки начал строить. Ладно, давай попробуем еще один экстрактор вписать. По бабкам у меня, конечно, будет просадка гигантская. Что еще тут можно? Ну, броню можно прокачать. Это тоже немножко поможет. Ну и... Всё. Так, ну еще 5-6 мародеров. Возможно, мне пригодятся. У меня опять же...
Ну у них же обсервер там есть, а нет, уже. Или нету? Не, ну он добил хотя бы мою волну, и то спасибо. Будем ориентироваться на две волны. Попробуем давай мясом задавить. Здесь вариантов других-то я не вижу. Ну да, будем пробовать, друзья, мародерами задавить. Если противник затупит, получится. А так, идти в тир другие, что-то еще пытаться прокачать, смысла нет. Это я сразу скажу. Без вариантов. Ну, все, вот началось. И здесь уже КК. Здесь уже можно смело выходить. Я здесь ничего не сделаю. Недостаточно минералов. Мародерами или не мародерами. Тут уже бесполезняк. Можно, конечно, больше пехоты построить, но... толку от этого уже нету. К сожалению, увы. Блин, был бы Тор, я его вначале поставил, был бы повеселее. Недостаточно минералов. Деньги мне за этого игрока шли второго. Вот это было бы, я понимаю. Вот это вот выход. Кретина. Как меня это бесит. Ну ладно, бесит, бесит. Смерть на пороге. Будем пробовать отбиваться. Вообще-то... да, у него, видишь, концы они идут. Не поможет мне... гранаты. Не, но ну они всех не зачищают. У них их мало еще, пока им надо больше. Я тут волна-то следующая хоть. Ну, я ее подходствую хорошо. Надеюсь, парни смогут ее подбить. Но тоже игрок не дурак, друзья мои. Мясом здесь я не сделаю ничего. Но могу попробовать хотя бы поздюживать. Ну, то я только вот смогу что, сдюживать, все. И ау, фидердейн. Только сдюживать, больше ничего толкового здесь не сделаешь уже. Так, все, пошли эти чудики. О, все, жопа мне. Ну вот игрок хоть более-менее знает, как играть, и писец. Я ничего не могу сделать. Могу, конечно, попробовать больше автоматчиков воткнуть. Недостаточно минералов. Еще этих. Ну, друзья мои, если играть правильно, мне надо сбивать две волны. Ну, хрен с ним, с протусом я буду справляться, но сейчас постоит... шторма и ау фидерзен. Давайте гранаты. Гранат нету. С тупым противником, конечно, вас подойдет играть. С этим противником не подойдет. Сделай мне. Они сгорят в аду. Отследуют за мной. Хорошо поджарилось. Отследуют за мной. Как бы ты ни старался. Недостаточно минералов. Ну здесь смотри, видишь, гранатами мы хорошо гиблингов подшибали. И плюс еще танки помогли. Но у меня сейчас не до строительства танков. В чем вся проблема? Он еще шипованных построил. Ну, ворона-то я сделаю. Только этого придурка собьют, потому что он полетит первым. Это вот проблема уже. А он если сейчас пойдет в воздух, я ничего не сделаю. Я могу только в землю идти. Почему этих я огнеметчиков назад спрятал, чтобы их сразу не убивали? А гиблинги, чтобы сошли на огнеметчиков. Но тут, к сожалению, они уже все сдохли, сейчас гиблинги пойдут, да? Ну вот и все, жопа. И гранаты кончились, и мне писец. Увы, и ахахахах. К бою готово. Да, готово. Толку-то от этого.
начинается освобождение. Запоминайте, друзья, игроков, которых я даю как трусов. С ними я не советую играть. Они вас вот так вот бросят и весь бой испортят. Любой бой — это, по сути, опыт. Даже двое против троих, но без вариантов выигрыша. Увы. Просто тупо без вариантов выигрыша. Это самое обидное, что есть. Так, мне вообще-то нужен еще один экстрактор. Я увлекся. Копим на экстрактор. Так, потом сделаем еще одного освободителя. И прокачиваем скиллы. Рабужа. Кое-как держим, но мне нужны танки также, кстати. Цель подтверждаю. Помимо всего прочего. К бою готово. Так, ладно, давай-ка улучшим нашим хоть атаку. Конечно, сдерживают они здесь немножко хреново. Давай броньку качнем. Уже хотя бы не париться за наших. Кстати, я сделал все, что смог. Ой, пси-шторма пошли, ну вообще милота. Вот про что я и говорил. Так. Я сказал! Полный вперед! Кстати, интересно, о чем там так орет? Я сказал! У меня запор! Всегда было интересно. Так, можно, кстати, еще несколько огнеметчиков воткнуть. Начнем с этого. Отследуют за мной. Я смотрю, они более-менее свое отследуют дело делают. Так что давай двух поставим. Эх, не успеем, жалко. Вот тут вот плохо то, что сейчас его волна. Вот видишь, я на бункер отвлекся. Сейчас, возможно, и будет беда бедовая. Отутюжим их! И отутюжат нас в итоге. Сейчас, получается, эти объединятся с зергами. Мокрого места не и это будет проблема. Так, ладно, давай так будем ставить, чтобы они по левому флангу шли. Пока тут танки есть союзников под прикрытием, более-менее еще. Сейчас свои построим, может что-то выйдет. Ну вот тут губители начал строить, а мне надо сейчас викингов делать. Вместо танков. А все одновременно я делать не могу. Мне надо также будет снайперов делать, чтоб этих рейфов одолевать. Или как их там? Протосов, вот, вспомнил. Да, вот нужно вот сейчас уже викинги. Где я бабло достану на них? Правильно, нигде. Бабла нигде не достану. Но танки построю, как бы, ну... 4 хватит. Больше никогда не нужно мне. Так, что-нибудь еще интересное можно изучить? Можно. И мне нужны викинги. Викинги. Что может быть лучше рейда? Какого к черту рейда? Мы тут жопсу пытаемся спасти. Одновременно идти и по воздуху, и по земле. Это такая бредятина, слушайте, ну. Дальше ехать некуда. Минералов. Недостаточно минералов. Было больше минералов, я бы еще согласился. Почему бонуса вот реально нету? О, блин, начинается. Пси-шторма, так только сомневался. Нет предела без... Даешь разбой. Так. Что-то я задумался.
Ладно, давай сделаем тогда еще вот так вот этих викингов. Потом надо освободителей доделывать. Хотя тут надо, скорее всего, побыстрее бы шагать. И делать этот алгрейд на викингов. И больше танков бы не помешало, кстати говоря. Вот так вот викингов давай сделаем. Да, давай накапливайся быстрее. Орудия к бою. Даешь разбой. Так, XXX. Два, ладно, еще сделаю. И надо грейд качать, без вариантов. От освободителей просто не будет, друзья мои, никакого толку, если мне прокачать этот дополнительный дальний осадный режим. Зададим им жару. Вот так раз. Готово. Пошли посмотрим. Ну, викинги более-менее стараются. Спасибо, ребята. К сожалению, тут у нас без шансов. Нексус нас сотрет в порошок. А если, не дай бог, они еще накопятся, мы точно их не осилим. Так, все. Начинаем, короче, изучать... Ее халапукало. Ненавижу я это. Они очень много пси-штормов строят. Да хрена бабла надо. У них-то с баблом вряд ли есть проблемы. Вот это вот и проблема моя. У них с баблом проблем нет, у меня есть. Так, наземную технику давай немножко увеличим. Силу удара. Пошли, пошли, пошли. Да, надо побольше будет викингов. Потом-то явно больше. Улучшение завершено. Я пока ружку улучшу. Немного пополезнее будет Тора. Да, надо два Тора сделать. То как-то после пси-штормов нехорошо я себя чувствую. Молод. Ну, начал. Тор уже тут. Не одолеем, друзья. Они сейчас определятся, как правильно идти. Цапли начнут делать, и все, и пипец. Эй, конечно, это обидно, но ничего не поделаешь. Вот можно так держаться только. А меня... Все кончено, глупцы. Вот если бы мне кто-то вышел. Лепешку. Было бы, ну, конечно, интереснее. Так, надо викингов клепать. Но видишь, у меня опять и по земле надо, и по воздуху. И вот. Как быть? А? Как быть? Игра, дай денег больше. Да, кстати говоря, я же хотел прокачать вот эту хренотень. Которая мне вообще-то немножко нужна в жизни. И, кстати говоря, вот насчет этой хренотени, сейчас мы немного, кстати, позицию-то поправим. Разработка завершена. Чуть, правда, но все ж таки. Давай посмотрим. Улучшение завершено. Ну да, поправляли, видишь. Я вот не понял, почему вот когда освободители стали, друзья мои, это вперед идти. Я вот что-то вообще не удивляю эту тему. Просто я не помню, чтобы они вперед шли.
Настолько яростно. Завершено. Ну, конечно, будем пробовать технологически их победить. Это, в принципе, реально ноль. Орудие к бою. Мы только пока побеждаем, потому что у нас деньжек немножко побольше. Все. А здесь они будут делать 4 экстрактора, и будет шурум-бурум по яйцам. Да, у него тоже торы пошли. А, викинги нужны. Нужны викинги. Много викингов. Много говна. Да, викингов надо гораздо больше, чем я мог предположить. Может быть, лучше рейда? А хотя нет, стоп, я могу крейсером их отвлекать. Сейчас это и сделаем, кстати. Крейсером их будем отвлекать. Стандартный мой способ, чтобы весь огонь их концентрировался на одном предмете, а не на викингах. Поставим крейсер и будем отвлекать. Ну, тут без вариантов, только крейсером я смогу более-менее их отвлечь. Давай попробуем. Желательно вообще-то 2-3 ставить крейсера. Они сейчас тогда, получается, это излучательные пустоты, пойдут все на крейсер. А викинги смогут нормально отработать их. То есть главное тут выиграть пару залпов, друзья. А видишь, викинги здесь, конечно, помогли и зароляли. Очень хорошо. Нужно бы еще один крейсерочек построить. Главное, чтобы по нему Нексус не стрелял, это что будет жопа. Так, крейсерочек поехал. Отвлекающий маневр. И... главное, чтобы не фениксов не думали сделать. Да-да-да, они все пошли на крейсер. Молодцы какие. А пока они идут на крейсер, можно спокойно поразвлекаться. Еще один крейсер воткнуть. Крейсерами прикрываем викингов, друзья мои. Нет, не успеем, то есть как ни крути. Здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что надо еще один крейсер построить. 3 крейсеров, вот для отвлечения этих засранцев пустоты, вполне хватает, это мне интересно. Это моя тактика, она работает. Я уже выработал, блин, я не одну сотню боев сыграл. Правда, блин, я на этом странном уровне никак не могу ничего не прокачивать и даже не могу писать в общий чат. Прекрасно, мило. Чудно просто. Это меня больше всего раздражает. Вообще-то игра хорошая, я потом как-нибудь контент подкуплю. Надо хотя бы попробовать сыграть хоть более-менее по-нормальному. Так, но мне нужно тогда еще здесь им пару викингов поставить, чтобы они были удивлены немного. Вот так вот сделаем немножечко удивление. Потом надо будет, наверное... прокачать броньку, чтобы подольше крейсера держались. Ну да, прокачаем броньку, чтобы крейсера подольше держались. Ну, тут терны и терны. А, все, мы победили. А тут, друзья мои, конечно, я вам скажу, вот этот, ну, игроки здесь довольно простые, потому что вот построил бы он феникса, здравствуйте. Построил бы этот феникс, приехали. Этот правильно все делал, абсолютно. Против него нет никаких, как бы, причитаний. Это почему вы думаете, что играя протосами, этими сраными излучателями пустоты, вы что-то можете сделать? Они хороши, когда их много. Хороши тем, что они атакуют довольно-таки интересно при перегрузке. У них хотя бы перегрузку изучил. Смотри, да. Ну ладно, победили с горем пополам. Да и то, извините меня, два вот... Я вот нуб, вот игрок тоже нуб. Два нуба победили троих. Я вот так и назову серию. Два нуба победили троих. Никому не смешно.